Сегодня у нас очередной весенний день. Еще один проект решил я тут организовать. Заказал червячков Добробена Винета. Вот в такой посылочке мне их прислали. Как мы видим, баночка, дырочки. Тут тысяча, ну, заказывал 1000 коконов. Обычно, если присылают, присылают 1100 обычно. Это 1000 считается. Вот в такой баночке я получил. Никогда этим не занимался. Как говорится, будет мой первый опыт. Вот. Сейчас я, конечно же, открою эту баночку, распакую. И вот в такую коробочку высыплю. Это у меня навоз коровняк. Лежалый 1,5 года этому навозу. Я вообще не знаю, как их кормить. Всему буду учиться. По идее, должен быть какой-то комбикорм. Старт 1. Вот, ну, что сказать. Вот так вот все начинается. Сейчас я коробочку распакую. Вот, и выкину ее вот в этот ящик. Ящик небольшой, как мы видим. Вот, ну, для начала, я думаю, пойдет. Дальше будем видеть, что там у нас будет происходить. В общем, баночку я открыл. Вот, баночка уже пустая, как мы видим. И так вот вывернул. Не видно. Вывернул их туда. Ничего не видно. Как бы вам показать, чтобы было видно. Я и сам хочу потом смотреть. Вот. Вот такая вот у нас там. Ничего не видно, ужас. Глазами видно, камера не видит. Сложно показывать. Темень, темень. В общем, они еще. Нету еще червячков. Есть только коконы. Не знаю, как они себя будут вести. Вот время покажет. Пока все вот так вот. Все туманно, все непонятно. Все. Купил я их в Беларуси. Баночка такая 40 рублей не обошлась. Вот. Ну, говорят, 1000 коконов. Я их, как видите, не пересчитываю. Их потом буду считать. Пускай они так лежат. Может, корм найду. Посыплю корма. Корм будет у нас старт 1, короче, какой-то там. Должен быть. Ничего не видно в камеру. Тьма. Тьма и все. Там какой-то. Вот здесь лучше видно. Перенес специально, чтобы показать, как выглядит у нас этот колобок. Что у нас тут есть? Мы видим, что коконы есть. Какие-то зелененькие такие. Большие. Сколько штук их потом будет, я не знаю. Должно быть 1000, не меньше 1000. Вот, а сколько в реальности их тут будет, мы потом посчитаем. Вот пока так вот они выглядят. Лежат, ждут, когда придет их час, чтобы эти яичко расформировались. Ну, то есть стали из яичка червячок. Вот. Хочу попробовать себя в этом деле. Вот. В нашем регионе вообще никто этим не занимается. Если кому-то рассказываешь, все такие глаза делают удивительные. Ну, я вам скажу, что я его заселяю, в данном случае, коровняк, навоз. Хотя для данной селекции лучше, чтобы это был торф. Торфа у меня нету. Специально покупать что-то не хочу. А навоз у меня в наличии был. Поэтому начнем мы с навоза. И брал именно коконы, потому что среда обитания, по идее, какая будет в начале, такая их должна и устроить. Ну, так говорят. Вот. Как оно на самом деле, время покажет. Я вам покажу потом в следующих видео, как это будет все выглядеть. Вот. Всем пока-пока. До новых видео.